сука. Всем привет! Видео из аквапарка вы видели до. Сейчас я вам показываю наш номер. Начнем со входа. Так вот, ты заходишь, тут коридор. Такой вот длинный. Сейчас закроется. Вход по карточкам, понятное дело. Чтобы включился весь свет, нужно засунуть в такую карту. Тут шкаф. В принципе, номер-то и не... Ну, одна комната и, по сути, ванная. Это, наверное, самый простой номер. Он, по идее, стоит 6 тысяч. Но нам достался бесплатно. Тут вот вид открывается на всю Казань. Я не знаю, как вам будет видно. Здесь вот отсвечивает, наверное. Ну, вот тут вот один мост, второй мост. Вон там Кремль наш казанский. В номере такая кровать большая. Картина красивая. Телевизор небольшой. Бар. Презервативы, смотри, есть. И эти тампоны. Что-то тут фисташки какие-то. Алкоголь, водка, пиво, соки, чипсы. Так. Ну и пойдем покажу ванную. Это Настя. Тут красиво, в принципе, унитаз. Раковина, душевая кабина стеклянная. В принципе, больше нечего показывать. Настенька красится. Привет, скажи. Привет. Мы сейчас пойдем на ужин. И вот из теплого аквапарка мы переместились в холодную зиму. Идем по снегу вот туда вот. За нами этот отель, в котором мы были. Считаем, у них нет никакого перехода. А вот в аквапарк из отеля можно попасть по коридору. Хотел подземный переход. Подземный, да? Что, подземный можно? В общем, мы сейчас изнасиловали мозг официанта, потому что тут все на японско-русском. Такое все. Чуть ли не на татарском, да. Такие-то столики интересные.
В принципе, девушки ходят в каком-то кимоно, или как называется, ну, в японской одежде. Место такое довольно-таки атмосферное. На втором этаже какие-то кабиночки там есть, вроде того. Ну, Настя, какой кальян? И в целом все вроде неплохо. Сейчас попробуем. Сниму вам на видео еду и скажу, какая она. Вкусная или нет. Я заказал кучу всего. Это суп. Первое что-то. Что еще? Салат. Салат, да, суп. И рисовое что-то там. Что-то, Настя, роллы, как обычно. Вот. В общем, сейчас покажем вам на видео, какие будут блюда. А еще вино. У нас же все-таки романтический вечер. Я бы ее белая, Анастасия красная. Че, за год и 10 месяцев учений? Учений. Ой, Настя прибухивает, а? Че, как тебе? Как вино? А мне мое понравилось. Ты че такая странная? Тебя аж прям это перекосило. Это я воду выпила. Серьезно? Просто мы бутылку-то вина не ужрем. Записали по бокальчикам только. Ну да, но так ощущение, что оно разбавленное какое-то. Нам уже все принесли. Тарелочки, вино. Приятного аппетита. Приятного аппетита. 100 лет на видео не было приятного аппетита, поэтому я уже салатчик один ухомячил. Настя, вот. Вино мы поменяли на оба красных. Кушали супчик. Тася, ваши комментарии? Я недовольна. Понимаете, да? Она на 2500 еще посмотрела, она такая, я недовольна. Ты вечером недовольна? Чем ты недовольна конкретно? Вином? Этим официантом. Да нормально, наверное. Она не виновата, ой, что вино. Ой, барменом. Все, Настюша, тебе пора меньше пить. Что у нас сейчас? Может, в кино пойдем? Настя хочет кальян, просится. Все время она кальян просит. А если пойдем в кино, там тоже что-нибудь покажу. Если не пойдем, то все, это конечное видео. Ну, мы общались по поводу киноночи. Что ж, продолжаем мы этот алкогольный... Нет. Да что ж ты меня перебиваешь? Продолжаем мы алкогольный вечер с Анастасией, Андреем и Бакарди. А, с Андреем? Я что-то подумал. Ты сказал, что ты с Андреем, я такой, в общем, всем приятного аппетита. Что? Нам что-то запить, мне кажется, надо будет нам. Сейчас мы попросим, наверное. Давай на счет три. Раз, два, три. Еще ты до конца не допил. Доброе утро. Вот мы и проснулись. За окном. Вон там рыбаки сидят, палатки разбили. Это Казанка. Рыбачат они там. Это вот Ленинский мост. Ой, это Миллениум мост. А вон Ленинская дамба. Вон там Кремль. Ну, то, что вчера я вечером показывал. Это аквапарк. Ну, как бы на улице. Но сейчас он закрыт. Только летом работает. Вот. Поспали мы так себе, что-то шумно было, 10 раз просыпались, все соседи тут с клубов приходят, видимо, мы их слышим, они нас, вероятно, тоже. Так что так, ну, в принципе, нормально все было, так понравилось. Что еще? Сейчас пойдем, сегодня у нас корпоратив в студии татуировки у Коляна.
мы будем в кальянной делать розыгрыш айпада, ну, айпада мини. Вот, Колян купил его за 30 косарей. Сейчас будем его разыгрывать сегодня. И завтра у нас самолет с утра в Москву с Русланом. Там тоже будут видосы. Смотрите. До новых видео. Всем пока.